«Труд человека – ценность». Под таким девизом проводится первый форум труда и самозанятости в Хангалатском районе. Под таким же девизом в муниципалитете пройдут следующие 3 года. Согласно последним исследованиям, безработица является самой острой социальной проблемой. Согласно недавнему посланию главы Якутии, одной из эффективных методов борьбы с ней является обучение населения основам предпринимательства. Тему продолжит Саргалана Ильина. Павильон «Бизнес-идей» – консультационная площадка по профориентации, мастер-класс успешных людей. Так был представлен форум труда в Хангалатском улусе. По статистике, около 20% трудоспособного населения в нашей республике не имеет возможности трудиться в связи с нехваткой рабочих мест. Мы должны опереться и помочь тем людям, у которых есть какая-то инициатива. И на уровне республики, вот начинающий фермер, начинающий предприниматель, есть хорошие движения. Ну и в районе, в бюджете района что-то надо заложить, чтобы показать какую-то поддержку таким людям. На выставке присутствовали успешные предприниматели улуса, которым удалось развить свой бизнес и создать новые рабочие места. Центр занятости Хангалатского улуса совместно с Управлением социальной защиты населения выдавала субсидии на развитие собственного дела, что стало отличным стартом для многих предпринимателей. Я занимаюсь с 2001 года социально-бытовыми услугами для населения. В основном у нас принимаю заказы от населения по пошиву меховых шапок, шуб и, ну, в основном по мелочам тоже, мелким ремонтом тоже занимаемся. В этом году я по социальному контракту получила 260 тысяч и купила оборудование. В концепции трехлетия труда выделены следующие направления. Мотивация трудовой деятельности граждан, семейная экономика, социальное предпринимательство и взаимодействие с бизнес-структурами. Саргалана Ильина, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангалатский улус.